Выход в открытый космос российских космонавтов Александра Скворцова и Олега Артемьева НАСА транслировала в прямом эфире. Люки Международной космической станции открылись в 6 вечера четверга по Москве. Члены экипажа МКС намерены провести в безвоздушном пространстве около 6,5 часов. Скворцов и Артемьев должны установить антенну на внешней поверхности модуля «Звезда». По информации Центра управления полетами, в задачи космонавтов также входит переместить блок ПВК-2 с научной аппаратурой эксперимента «Обстановка» и проверить работу замков на выносном универсальном рабочем месте. В рамках эксперимента «Тест» Скворцов и Артемьев проводят сбор проб мазков с внешней поверхности иллюминатора номер 2 и другие работы. Для обоих космонавтов это первый выход в открытый космос. Вместе с командиром МКС, астронавтом Стивом Свонсоном, они провели на борту орбитальной станции почти 3 месяца. 28 мая к ним присоединились еще 3 членов экипажа. Один из них, Рид Вайзман, сообщает о происходящем на МКС в своем микроблоге Twitter.